ж, ми продовжуємо прямий ефір 7-го телеканалу «Лайв-студія». В ній для вас працюю я, Наталія Костенко. І наразі говоримо про проблемні питання парків і зелених зон регіону. Я радо вітаю гостей моєї студії. Це Ірина Пенько, заступниця начальника управління, начальниця відділу державного екологічного нагляду, контролю тваринного світу та біоресурсів. Вітаю вас. І Владислав Балінський, керівник громадської організації «Зелений лист». Доброго дня. Почати хочу наш ефір трошки з іншої теми, з новини, яку ми мали сьогодні. На жаль, також невтішно, в Аркадії впала скеля, на якій велося незаконне будівництво. Скеля в північній частині Аркадії, на якій незаконно велося будівництво ресторану, звалилася на пляж. Величезні валуни валяються прямо на піску. Ну, цю новину сьогодні дав і наш телеканал, і наші колеги з інших ЗМІ. Скажіть, будь ласка, Владиславе, як можете прокоментувати те, що сталося? Ну, насколько я знаю, инспекция сразу же отреагировала, выехала на место и зафиксировала по месту проведения незаконных работ. И в том числе изымание грунта, то есть это были земляные работы. Ну, понятно, что, и это очевидно, что расчетов устойчивости грунта не проводилось, потому что самовольные работы фактически были, работала техника. Ну и вот как результат мы уже видим обрушение скалы известняка, что, в общем-то, хорошо, что не повлекло за собой человеческие жертвы. Очевидно, что теперь необходимо проводить работы по восстановлению данной части. А что делать с котлованом и как быть с самим самовольным строительством, это уже решать правоохранителям. Скажіть, будь ласка, те, що наразі відбувається, наші глядачі можуть бачити візуалізацію того, про що ми зараз говоримо, чи не може воно набути більш великих і значних масштабів? Ну, поскольку речь идет о самой части уже перед бровкой пляжной зоны, и то, что сейчас шли дожди, естественно, что этот котлован может наполняться водой, вызывая раскисание, размокание суглинков, из которых слагается в том числе эта часть побережья. Все это будет приводить к дальнейшему осыпанию вот, части обрыва и к образованию оврага, овражистость. Причем этот овраг, если вот все оставить как есть, он будет разрастаться и в дальнейшем будут вовлечены ближайшие строения. В конечном итоге может пострадать трасса здоровья. Ну, я думаю, что не дойдет до этого, потому что там необходимо проводить работы по восстановлению как бы уже вот функций грунта. Дело в том, что пока грунт задернованный, пока есть какая-то растительность сверху, пока не тронута эта часть, она как бы сама по себе избавляется от воды. То есть вода стекает и так далее. Как только появляются углубления, они тут же заполняются водой, и это вот приводит таким ползневим процесом. Почула вашу відповідь. Дякую вам. Ну і давайте ми будемо вже говорити на не таку новинну тему, а тему більш розлугого характеру, яку, на жаль, сьогодні маємо на повістці дня. А саме проблемні питання парків і зелених територій регіону. Нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо для вас у прямому ефірі, тож якщо ця тема вирубки дерев незаконної, вирубки дерев і знищення зелених територій, парків, скверів, лісів вам близька, будь ласка, телефонуйте у наш ефір, і ми готові вислухувати вашу думку. Перше питання. Яку на сьогодні маємо ситуацію? Адже, погодьтеся, з року в рік ми з вами говоримо про те, що, на жаль, дерев в Одесі і в регіоні стає дедалі менше. Еще одна новость. Да, дело в том, что сегодня очень символично. Сегодня как раз день водно-болотных угодий. Это международный день, который, в общем-то, отмечают во всем мире. 50 лет назад была подписана так называемая Рамсарская конвенция. И почему это символично? Потому что именно Одесская область, Одесский регион обладает наибольшей площадью в Украине Рамсарских угодий. То есть порядка 8 объектов, и в том числе и система озер Национального парка Тузловские лиманы –
и Телегульский лиман, и часть побережья Днестровского лимана, междуречье между Турунчуком и Днестром, дельта Дуная и так далее. То есть, когда мы наблюдаем за всеми этими объектами, мы понимаем, что они находятся под международной охраной, подписаны охранные обязательства, которые несет Украина как государство. Поэтому я хочу сразу сказать, что в Одесском регионе состояние национальных парков в целом, это не только состояние деревьев, потому что все-таки у нас степная зона и даже ближе к пустынной. И деревья здесь, это, знаете, как скорее исключение из правил. Все деревья носят искусственный характер. То есть это все посадки, которые организовывались силами, силами и очень большими капиталовложениями людей. Именно поэтому особо ценно здесь бороться за сохранность этих зеленых насаждений. Ну, по состоянию, по открытым производствам, я имею в виду, по расчету ущерба и так далее, я думаю, Ирина скажет уже более подробно. Так, будь ласка, Ірина, до вас питання. Яку маємо тенденцію, наскільки вона, ну, може вона сказати, можливо, навіть моторошна, адже ми з Владиславом тут час від часу блукаємо Одесою, і навіть я бачу його відео на сторінці організації «Зелений лист», що дедалі все більше і більше зелених територій, на жаль, в нашому регіоні страждають. Так, хочу зауважити, що гостро стоїть питання щодо ведення господарської діяльності саме на територіях парків, як об'єктів ПЗФ, так і звичайних парків. Ця проблема гостро стоїть, тому що відсутні проекти реконструкції та утримання парків. На що в нашій країні не виділяються кошти. І внаслідок чого допускається здійснення господарської діяльності парків, яка не відповідає режиму охорони територій саме природно-заповідного фонду, в тому числі відбувається знищення зелених насаджень, так як ми знаємо, в Дюківському парку ведеться господарська діяльність, атракціони, розміщення атракціонів на зеленій зоні, так. Це не повинно бути, це зелена зона. І йде незаконне знищення зелених насаджень. Нічого доброго ви нам повідомити, напевне, не можете, так? Адже, наскільки я розумію, коштів на охорону цих зон немає, їх не виділяють або виділяють не в достатній кількості. А ті, хто має якийсь певний бізнес на території наших парків, наших лісів, то вони ведуть його таким чином, що це знищує ті рекреаційні зони, невеликі рекреаційні зони, яке має наше місто мільйонник і наш регіон. Я хочу немножко дополнить. Дело в том, что Ирина, почему этот вопрос так подняла? Потому что это системные вопросы, которые необходимо задавать органам местного самоуправления. Потому что, что касается, допустим, функционирования национальных парков и других объектов ПЗФ по области, то там через обладминистрацию, потому что там тоже есть компетенция, инспекция все-таки вымогает вот этих соблюдать требования и в случае необходимости производит расчет ущерба, потому что я вот помню, участвовал в проверке по Фрунзовскому лесничеству, там был расчет ущерба произведен 1,2 миллиона гривен. Вот я как раз хотела звернутися до цієї статті, попрошу режисерів вивести зображення ноутбуку на екран, аби бачили статтю наші глядачі. Вирубка лісу приносить мільйони убитки, пишет ресурс «Зелёный лист». И хочу зачитать. Как стало известно общественной организации «Зелёный лист», ущерб от выявленной незаконной вырубки леса в Фрунзовском лесничестве, которое относится к ГП Великомихайловское лесное хозяйство, составил 1,2 миллиона гривен. Окончательную сумму ущерба еще не подсчитано. Цю публікацію ви розмістили навесні того року. Скажіть, будь ласка, на сьогодні чи виявили
встановлена повна сума, яку, на жаль, ми втратили через незаконну вирубку дерев? Ну, вот эта сумма, это расчет, расчет ущерба со стороны инспекции по тем замерам, которые мы осуществили с государственным инспектором. По факту мы тогда не смогли зафиксировать всю рубку, потому что это, ну, громадный масштаб, и параллельно проводились проверки по другим направлениям. Насколько я знаю, этот материал был передан в ДБР, и дальнейшая, ну, судьба, я просто не отслеживал ее, ну, я надеюсь, что там уже... Для открытия криминального права було направлені матеріали. Ну, на сьогоднішній день поки що нічого не відбувається. Невідомо. И вот здесь как раз есть еще одна проблема очень серьезная. Вот на примере, допустим, уничтожения объекта ПЗФ Пушкинского тополя. Два. В этом году два объекта ПЗФ. Да, вот расскажите, Ирина. Да. Ну, я... Вообще, нужно сказать, что в последнее время очень много как бы уничтожения как бы всех деревьев, но в 2020 году вот два объекта ПЗФ, это каштан кинский и тополь канадский. Уничтожили их, ну, дело в том, что никто не... У нас есть организация, которая выдает технические условия на обрезку, но никто не знает, как эту обрезку нужно производить. Только Зелентрест как бы дает эти технические условия. А те люди, те организации, которые получают просто акты на удаление зеленых насаждений, они, ну, как бы не имеют представления. То есть, ну да, это объект ПЗФ. Вот он хотел обрезать его. Он увидел, что там ствол пустой. Он начал его резать до пня. Ну, я нагадаю цю історію. Вона відбулася в Одесі нещодавно. Ми з прикрістю побачили, що знаменита пушкінська тополя, багаторічне, багатовікове дерево, воно, ну, було просто знищено. Так, на торговій вулиці, я пам'ятаю, ще ви першим побачили, і наша кореспондентка Надія Бондаренко з вами навіть вночі інспектувала те, що відбувалося. Потім вже і вдень знімали і інші телеканали. Що тоді сталося? На самом деле здесь просто нарушен документооборот, и это четко как бы инспекция в том числе зафиксировала, расчет ущерба, по крайней мере, потому что компетенции для проведения таких работ на объекте ПЗФ нет ни у Горзелентреста, ни у любой другой организации. Здесь необходимо, здесь порядок прописан в законе о ПЗФ, и он был нарушен, что в принципе уже даже по документальным расследованиям должно было лечь в основу уголовного производства. «Ренессанс-92», предприятие, которое входит в группу предпринимателя «Тарпана», они подали запрос на департамент, городской департамент экологии, и получили, так сказать, разрешение на подрезку ряда деревьев, в том числе пушкинского тополя, после получения тех условий у Горзелентреста. Ну, уже это, скажем так, был ошибочный документ. И я не знаю, как его объяснять, чем его объяснять, преступной халатностью или так далее. Но вопрос в том, что полиция не увидела основания для открытия криминального производства. Потому что по факту дерево оказалось уничтоженным. Оно, конечно, будет пускать молодые побеги и так далее, но когда речь идет... Уже не будет. Нет, нет, я все-таки думаю, что оно пустит их, но когда речь идет о памятнике природы, то здесь необходимо по возможности сохранять форму кроны, по возможности сохранять его в том виде, в каком он есть. И это подход в том числе, ну, мировой, когда для того, чтобы обеспечить устойчивость дерева, его подпирают подпорками, обнимают хомутами металлическими, делают подпорки на ветки. И все это делают ради, только ради того, чтобы сохранить объект в первозданном виде. Это цель и задача закона о природе, закона о ПЗФ, в том, чтобы сохранить вот это, ну, скажем, памятник природы. Это может быть рощица, это может быть отдельное дерево или там ландшафтная группа в первозданном виде. Ну, от я, наскільки пам'ятаю, ми з вами навіть якось знімали повноцінний такий спецрепортаж про те, що дійсно, от як згадала Ірина, немає певних якихось встановлених правил оброблення, обрізки дерев, так? І ми час від часу
можливо, восени, можливо, навесні, ми бачимо вздовж алеї, пішохідної алеї, такі, ну, наче спеціально просто настільки обрізані, обрублені стовбури, які, на наш погляд, навіть вони вже і не можуть існувати, не можуть бути живими і пускати якісь нові гілки. Зачастую в нашому місті відбувається обрізка, коли листів вже немає на дереві. Правильно. И обрезка должна производиться там более 30% всего дерева. Но мы же не знаем, какое дерево, ну, какая высота была дерева и сколько это 30%. Весной, получается, мы смотрим, ну, листьев нет. Вже дерево не живе. Діло в тому, що регламентується этот процес, регламентується частью закону о благоустройстві. Это приказ номер 105, порядок утримання зелених насаджень. І в этом порядке чітко указано, какая обрезка, когда, в какое время года производится, какие деревья подвергаются этой обрезке, какие нет. И действительно, та обрезка, которую мы видели, и она в основном проводится кем угодно, режет кто угодно, начиная от депутатов. И вот вы же помните эту предвыборную кампанию, когда все депутаты вдруг стали суперэкологами и ринулись резать деревья. Тогда мы максимально пытались фиксировать. И вот эта обрезка попадает под часть статей, которые применяет инспекция, повреждение зеленых насаждений до степени не припинення роста. То есть не уничтожение полностью, а повреждение дерева. То есть вот эта подрезка. Поэтому мы всячески пытались и противостоять этой подрезке. Но, к слову, Горзелентрес сейчас подрезает так, как мы обсуждали эти методики. То есть это компромиссный вариант, который, да, то есть который не приводит к гибели растений. Но вопрос же в другом. Вопрос в том, что режет все, кому не лень. А... Если бы это только делать зелентрест, да, то было бы целесообразно. А скажите, будь ласка, Ирина, ваш орган, чи певний інший державний орган, ну, хтось слідкує от за тим, хто обрізає дерева? І чи це робить Горзелентрест, чи це будь-хто може вийти, вибачте, ну, і спиляти так... півдерева? Ну, ми не можемо, как бы, слідити. Ми по факту, якщо ми бачимо, ми фіксуємо, мы как бы требуем документы. Если вот на улице, сейчас я скажу, проспект Шевченко между Французским бульваром и проспектом Шевченко Гагарина, вот там спилили полностью весь участок всей улицы. Мы давали запрос в Зелентрец, кто производил. Они не производили эти работы. Как оказалось, это был проект, я не скажу сейчас, ну, городской проект. И вот согласно этого проекта, вот там тополя, которые сделали, они сделали обрезку. Какой-то городской проект. Тобто якийсь міський проєкт і да, виконання оцих робіт, які взагалі-то має робити Горзелентрест, так, міськ Зелентрест, зробила якась інша або особа, або підрядна компанія, яка не має взагалі уяви, як це правильно робити, аби не нашкодити деревам. Не зовсім так. Що касається конкретно проспекта Гагаріна, то дійсно це городська програма, і городська програма по кронуванню тополей. І именно эту программу мы тоже обсуждали с научниками. Мы тогда определили, что черный тополь, раскидистый тополь, его возможно подрезать, особенно в том случае, если он расположен в зоне детских садов, школьных учреждений и так далее, то, ну, такой вот компромиссный вариант мы нашли. Почему? Потому что пытались подрезать таким же образом и серебристый тополь, и тополь, ну, пирамидальный. Дело в том, что тополь — это родовое название, там десятки и сотни видов. А вот эти деревья погибают, их нельзя так подрезать. То есть, что касается черных тополей, то они переживают эту подрезку, и именно это прописано, в частности, в порядке утримания зелених насаджень. Там делается акцент на то, что не все деревья подвергаются омолаживающей подрезке. Это называется, ну, такой термин, он вообще достаточно плохой, потому что он недостаточно хорошо прописан в данном законе.
Ну, Тополь його переживає. В мене таке виникло питання. Ірина, скажіть, будь ласка, а якщо, наприклад, мешканець певного будинку виходить на подвір'я і бачить, що хтось щось пиляє, йому не надають ніяких документів, він може звернутися до вашої установи і надати інформацію, що от зараз тут відбувається якесь порушення, аби можна було встановити особу або юридичну особу, яка це робить, і притягти її до реальної відповідальності? Да, мы, конечно, можем, но смотрите, в таких вот случаях, когда вот случаются вот такие вот ситуации, о которых вы говорите, в первую очередь нужно вызывать правоохранительные органы, потому что статья 52 наша КУПАП, они тоже имеют право составлять протокол по 152 статье. У нас как бы другая статья, и мы выезжаем на вот такие вот случаи, когда там присутствует полиция. Потому что в основном, когда мы туда выезжаем, там уже никого нет. Когда есть полиция, она задерживает, кто это делает, и потом мы уже можем составить какие-то материалы. Но в отсутствии, вот происходит вот так вот, как с объектами ПЗФ. Мы выехали туда, ну, дерева нет. А кого наказывать? А скажіть, будь ласка, от хоча б за минулий рік були приклади того, що вдалося встановити порушника, притягти його до відповідальності, ну і штрафувати, наскільки я розумію? Було, наскільки я пам'ятаю, в минулому році, по-моєму, було 3 такі ситуації, ну, в день, ну, як не в день, ну, десь в місяць буває там в порядку 6-7 ситуацій, от коли от ми передаємо на правоохранительні органи, ну, дуже мало... реакції, як би. Мені б хотіла ще обговорити таке питання, як господарська діяльність на території зелених зон. Так? В нас є такі два приклади. Дякую вам, Владиславе, за них. Хочу зараз також звернутися до статті з сайту «Зелений лист», яка має назву «Війна в національному парку Тузловські лімани. За що борються екологи?». І небольшая цитата. «На днях при исполнении своїх обязанностей були избиты директор НПП «Тузловские лиманы» Ирина Вихрестюк и начальник научного отдела Национального природного парка Иван Русев. У них многочисленные травмы, ушибы, а у Русева к тому же переломан нос, переломаны ребра и сотрясение мозга. Как сообщила Ирина Вихрестюк, несколько лет назад государственное предприятие «Саратское лесное хозяйство» фактически отдало приватному лицу в пользование 28 гектаров лесного массива. Сумма договора аренды составила гривну. Насколько я помню, когда пришли проінспектувати ситуацію, яка відбувається на цій території, то стикнулися, значебто, так, людиною, яка вже вважає себе хазяїном цих 28 гектарів лісу, так? І що відбулося? Ну, вот подобные ситуации как раз, когда есть нарушения, и они носят юридический характер, то есть договор, во-первых, он, его можно было бы признать никчемным, потому что он даже со стороны Сарата лес заключен просто с физлицом. Этот Саченко, господин, он даже не являлся предпринимателем на момент заключения договора. Да, просто вот царек, который занял место прямо непосредственно в национальном парке Тузловские лиманы, уникальный объект на лес на берегу моря, и собирал деньги с отдыхающих. При этом за весь этот срок, все это время лес приведен просто в ужасное состояние. Часть деревьев, причем большая часть ясеня, она заболела, и у нее отмерла верхняя часть вершины у деревьев. И слава богу, что национальный парк в том числе занялся этой проблемой, потому что это его территория. И инспекция в данном случае тоже выезжала неоднократно на проверки, зафиксировав целый ряд нарушений. Но вот дальнейшая судьба
этих взаимоотношений между национальным парком Сарата-Лес и, собственно, этим предпринимателем, она закончилась с победой для нацпарка, потому что Сарата-Лес расторгла этот договор под давлением прокуратуры уже с Саченко. Там было несколько судебных решений положительных. И, насколько я знаю, сейчас вопрос в расчете ущерба со стороны инспекции для того, чтобы следом рассчитать эту восстановительную стоимость, сколько товарищ, который нанес этот вред национальному парку, должен уплатить государству денег. То есть... Наскільки я розумію, що і на території Одеси також є приклади такого недбайливого ведення господарської діяльності на території зелених зон, ну, наприклад. Да, вот это то, что вы поднимаете этот вопрос, это очень и очень важно, потому что я вот не далее, как позавчера слышал заседание депутатской комиссии и услышал мнение депутатов, которые разбрасываются парковыми зонами, объектами ПЗФ, говорят, да, ну что там тратить деньги, в городе же нет денег на содержание парков, на уход, подрезку деревьев и так далее. Давайте отдадим хозяйствующим субъектам. Кстати, об этом же говорит и директор департамента. Правда, отдать он хочет сам себе. Но это другой вопрос. Давайте отдадим, вот допустим, парк Перемоги, одному предпринимателю отдадим одну часть парка, другому предпринимателю другую, и они будут следить. Но, во-первых, насколько ущербна эта позиция, то есть мы тогда признаемся, что город отказывается от содержания самых ценных рекреационных территорий, готов их раздать, это во-первых. А во-вторых, депутаты даже не предполагают, что по большому счету от предпринимателя, в общем-то, требовать нечего, потому что задача бизнеса – зарабатывать деньги. А уже задача государственных органов власти и местного самоуправления – следить за сохранением своих ценных объектов и культурной спадщины, и природы. То есть, но, знаете, это не желание выделять средства на развитие города. И, кстати, я вам скажу, это депутат слуг народа. Просто я бы так огульно это не говорил, но это по факту так и есть. Вот. То есть вот такие мысли, понимаете, то есть перед тем, как прийти, допустим, и стать депутатом, у нас слуги стали сплошь и рядом суперэкологами, взяли программу распечатали по моим статьям, я имею в виду наши общественные организации, и уже и чистили воду, и высаживали, и все. А вот сейчас стали, а денег нет, понимаете? Вот они говорят, давайте все раздадим. Ірина, до вас питання. Скажіть, будь ласка, ну чи взагалі ми реально в місті маємо певні норми експлуатації парків і зелених територій? І взагалі, хто відповідальний і хто має нести відповідальність за збереження меж зелених територій, парків, скверів і за правильне ведення господарської діяльності на їх території? Ну вот я вам говорила, это и есть проблематика. У нас только в одном парке, в трех парках вынесены межи в натуру. То есть это наш парк Шевченко, Дюковский парк и Лузановский парк, Лузановки. Вот, всех остальных парков нету меж. И то есть, да, есть охранные обязательства вот в объектах природно-заповедного фонда, то есть несут, у них есть охранные обязательства, есть охрана, которая должна как-то все контролировать и фиксировать тоже. Ну, я от пам'ятаю, як ми з вами ходили так по частині парку «Юність», так, і бачили, що там просто хтось зводить приватні будівлі, скоріш за все, ну, частні будинки. І ніхто нічого не може зробити. Наскільки я тоді пам'ятаю, були якісь судові справи щодо цього? Чим вони закінчилися і чи закінчилися? Чи маємо чарівні будинки там на території парку? Ну, вот это как раз и есть индикатор такой серьезности вот этого процесса вынесения границ в натуру. И именно эта задача первоочередная департамента экологии городского. Потому что департамент экологии развития рекреационных зон должен в первую очередь этим заниматься. И то, что они этим не занимаются по ряду объектов, говорит о том, что либо это объекты уже спорные и часть дел находится в суде, б,
там есть желание со стороны каких-то бизнес-групп, которые имеют влияние на органы местного самоуправления, как-то отхватить, прихватить часть этой территории. Вот в парке «Юность» проблема как раз имеет и двоякий характер, потому что там есть часть госактов, выданных еще в 2005 году, если я не ошибаюсь. И городской департамент не смог, департамент, я имею в виду юридический, не смог отстоять интересы громады в данном случае. Насколько я знаю, там сейчас привлекают сторонних адвокатов, и в частности Ира Тодорич будет заниматься этим вопросом. Либо, допустим, второй такой объект, это несостоявшийся парк «Юбилейный», на который наложили лапы различные дельцы, и сейчас всячески откусывают от него, уменьшая и застраивая. Вот и в частности тот на Холстрой, который вы показывали в Аркадии, это тоже фактически на территории этого парка. Именно поэтому не вынесение со стороны городских департаментов вот этой парковой территории фактически является непризнанием города этой части как рекреационной со всеми вытекающими последствиями. Скажіть, будь ласка, до вас питання, як до спеціалісту, от з такою тенденцією, коли меж певних паркових зон ми не маємо, грошей начебто в казні не вистачає на їх охорону і задовільне використання, так? Багато хто з депутатів пропонує просто віддати ці території в концесію, а дійсно, хто ж їх візьме таким чином, аби вкладати в нього гроші і не брати з цього парку його використання ще більше. От з такою тенденцією, що ми за найближчі роки матимемо в Одесі, в регіоні? Ну, начнем с того, что вот когда вот отдают в частную собственность, и люди начинают этими парками пользоваться в своих корыстных целях, назовем это так, то парков не останется. Ну, вообще уменьшается за счет того, что раздаются парки каким-то там частным лицам, я имею в виду там определенные там участки для своих каких-то целей, в пользование, то не останется. Уменьшаются парки, скажем это так. Ну, в мене останнє питання, бо ж дуже швидко плине час нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, спочатку до вас питання, Ірино, чи можливо зараз щось зробити з цією ситуацією, якось вплинути на неї? Ну, ми з своєї сторони можемо дати запроси, можемо посодействовать вот таким вот образом. Заставить кого-либо мы не можем. Мы можем только посодействовать. На протяжении многих лет, когда даются эти запросы, реакции никакой нет. Вот это и есть проблема. Дуже шкода. І коротка відповідь від вас, Владиславе. Скажіть, будь ласка, певні департаменти, активісти, громадські організації, просто мешканці Одеси якось можуть вплинути на те, аби зберегти те, що у нас на сьогодні залишилося? Однозначно. І тут дуже важлива позиція громади, тому що просто люди, граждане, вот, ваші телезрителі, вони можуть, якщо бачать якусь проблему, они могут фиксировать, желательно это делать, фотофиксацию, и в дальнейшем звонить либо на горячие линии, но это не отменяет самого важного, писать заявление в полицию, писать заявление в инспекцию экологическую с указанием данного фактажа. Как правило, эти заявления потом ложатся и становятся основанием для выезда, для проверки со стороны инспекции, расчет ущерба, который передается на следственные органы. Вот и Ирина просто не успела договорить, но следственные органы, как правило, хоронят часть дел. У них такая задача вот сейчас. То есть взять и похоронить. Что они при этом оставляют себе в качестве сухого остатка, мы можем только догадываться. Но общественный резонанс в этом случае играет очень большую роль, потому что мы можем заставлять, в том числе через суд, побуждать органы власти расследовать эти нарушения, преступления, экологические преступления. Это очень важно. Дякую за цю відповідь. Тобто маємо на сьогодні таку ситуацію. Якщо ви бачите, що десь знищують дерева, що десь страждають паркові зони, то не залишайтеся байдужими до того, що відбувається. Адже саме ви можете вплинути на те, щоб біля вашого будинку залишилося якомога більше гарних багатолітніх парків.
дерев. Говорили про проблеми, проблемні питання парків і зелених зон. Я дуже вдячна гостям моєї студії. А наразі продовжити роботу лайв-студії вже готовий мій колега Євген Салтан. Женю?